Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Ром, что-то залагал, я выхожу, сейчас зайду вам, давайте заходить, я на паузу поставлю. Так, друзья, давайте играть, я уже шел на свой сервер, вот такой же, только у меня будем играть. Я один, кстати, сегодня играю. О, не знаю, если, может, пойти, мой друг придет. О, кто к нам присоединился? Не разве? Да, сегодня будем играть жизнь бомжа и жизнь мажора. Да, Мерзкин? И погнали! А, поздоровался. Всем привет! Так. Я сегодня буду мажором, а Мерзкин у нас будет этим бомжиком. О, где ты там? Это мой дом. Ты же бомж у нас. Ну да, но я все равно. У меня нету дома. А ты что? Ограбление. Ограбление бомжа. Ага, это ты ограбляешь там. Дом какой-то. Мой дом ограбляет. Это ты ограбляешь чужой дом. Так, я сейчас тоже включу камеру. Ты что, еще не включил камеру? Нет. Ё-моё. Ну и Мираж гейм дает, блин. Назвайте просто меня Мираж, не все. Ладно, твой по имени будем тебя называть. Это же мой дом. Это же мой дом. Ты большой бомб. Мой дом. Ты бомб. Ну ладно, я его продал. О, я тут зимний. Не угадай. Всем привет, здесь с вами Мирозгин и Крум. Привет, друзья. Мы сегодня будем играть в выживание бомжа. Я буду бомжом, вот этот вот мажор. Вот этого тролля. Да тихо, у меня лагает. Я тихо, что-то ломаю. Иди сюда, чат, под барами. Так, у меня выживание, у меня, вот, смотрите, у меня вещей нету, вот так у меня. А у меня творческий. Лагающий творческий. С литрами. Ну, куда ты упал? Я дырку упал, нет, спасай меня. Спасайте, помогите. Я тут упал в дырку. Все, бомж там будет. Ты можешь скопать. Это же выживание. Ну, ты можешь скопать. Я нельзя же копать песок с руками. Да скинь мне блоки, все. Да подожди, у меня лагает. Ха, точно. Короче, получится спустя, я так и сломал. Потому что я падаю. Куда? Привет. Мажор, блядь. Опять дырка упал. Почему здесь бьет дырками? У нас есть вижончик с дырками. Да. Дырявочный пацан. Да ёлки-палки. Галки-мандалки-мандал. Олег, смотри. Уии. Ты не можешь копать, ты же время жизни. Денег. Опа! Нет, мой наводник, мой Мираж, блин. Все, спасибо за броню. Мираж, блин. Да что тебе, у меня теперь есть броня. Да иди ты сюда, вот твой говнючек. Все, мать тебе говнючек. Броня, база, гулят. Так, мне надо найти дешевенький домик. Так, это сколько? Это 5000 рублей. Так, я включу камеру. Когда? Когда купишь? Да. Так, какую-то команду прописывают нашу. А ты что говоришь? Чё, купил? Нет, деньги ищу. Я уже вернусь, когда уже отлагаю, я зачарую своей броню. Так, я продолжаю. Так, друзья, всем заново привет. Я, друзья, короче, поработал.
Так, съем. Все, съем. Вон. Так, 15 тысяч. Вон. Ну, да. Это уже понятно. 5, его звание насыпает река. У меня 25 тысяч у меня денег. Так. Это очень круто, конечно, за 10 тысяч. И друзья мне дали такой вот, вот такой вот скинчик. Блин, очень круто. Так, новый мой дом. Так. Что мы возьмем? Ссылка на карту Мать. Будет в описании. Так, у меня тоже ссылка на карту, тоже будет как всегда в описании, как она всегда бывает. А мы сейчас так, с вами вот такой вот включим выживание. Здесь я ничего нету. Так, включаем все выживание. Так. Так, обед. А? Тебе не пора быть тоже бомжом? Почему? Я же был бомжом. И как я стану бомжом, скажи мне. Просто что-нибудь выберешь, всё. Так, я камеру поставлю на паузу. Так, всё, обед, давай. Я не на паузу, так, не буду я бомжом, не бойся. Я его на паузу. Ой, у меня его не на паузу стоит. Ну, блин. Так, вот такой вот мир. Так, сейчас же вам покажу трейлер. Так. Ваш вырастал мой дом. Да я не могу. Все мои все вещи. Андрей, ты у меня сундуки украл? Нет. Дима, блин, ничего не в моем будем. Просто бомжом, как я там какой-то богатый человек. А что вот там показывает? Вот такой вот у меня дом. Вот такой вот у меня гараж, вот здесь у меня лошадь. Вот, здесь у меня гараж. Друзья, я сейчас покажу. У меня сейчас есть еще Ламборгини. Знаешь, как я делаю Ламборгини? Просто напишешь на лошадь Ламборгини, да? Да. Просто на изи сделаю. Так, ты камеру-то, блин, не пали меня. Ну и всё. Палишь? Все знают, как делать дэдвит. Почему и все вещи? А? Я сейчас вернусь.